Это канал Таллинга. Приветствую вас! Быть туристом или жить постоянно на месте – это не одно и то же. Я думаю, что все из вас об этом знают. И более 12 лет я уже приезжаю на остров Крит. Но лишь в прошлом году я нашла для себя райское место для жизни. Это Сиси и Милотос. И в этом видео об этом и не только, а еще о том, как жить с собаками на острове Крит. Вернее, как хорошо им здесь живется. Сейчас покажу вам наших гусей. Вот счастливчики. Их здесь кормят, их никто не трогает. Самый большой и главный плюс для меня здесь, что здесь очень мало туристов. И здесь очень спокойно. Но при этом, при наличии машины, вы находитесь невдалеке от таких крупных туристических курортов, как Малия, Столида и Херсонесос. Папа, ой, проводили, папа. Ай, да уехал. Да, уехал. Нигде в другом месте Крита вы не увидите такую картинку. Правда, на этом прелести Сиси заканчиваются, но... Городок Сиси действительно очень маленький. И главное, его достопримечательность – это как раз порт. Такого порта, как здесь, вы действительно на Крите нигде не увидите. Так уж интересно сформировалась геологически впадина, напоминающая впадающую реку в море. Чистейшая вода, однако отсутствие крупных пляжей вблизи. Хотя пляжи тоже имеются. Вот так вот, ребятки. Красота. Вот так выглядит порт в Сиси. Сейчас я вас отвезу еще в одно классное место. Там наверняка тоже не будет людей. Сейчас 9:20. Но городок такой маленький, что, наверное, люди просыпаются поздно. Почти все магазины закрыты. Почувствуйте на себе еле заметный теплый бриз со стороны моря. Это прекрасное утро и аромат свежей выпечки. Только что в местное кафе привезли хлеб, и я направляюсь туда. Сочные лукумадес, или кулури, или кальцунью. Даже не знаю, что же взять на этот раз. И пока девочки делают мне кофе, глаза разбегаются. Горячий сырный пирог. И холодный ледяной кофе. Так начинается мое утро в деревне. Хотел что-то сказать, потом думаю, не буду. Такая же такая жизнь. Сиси прям всей душой, но выбирая отель здесь, да, конечно, нужно смотреть себе кучу бассейнов, чтобы было, потому что пляжей здесь нет, 2 квадратных метра, знаешь, поэтому, конечно, ну, тут надо, выбирая себе апарт, понимать, что пляж далеко, и он не самый лучший. Сейчас я еду в
в Милотос купаться с собаками. Такая вот церквушечка здесь у них. Надо сделать подальше вот так вот. Здесь у них вот такие вот таверенки. А вот там вот порт. Порт очень красивый, я уже его снимала. Видите, какая спокойная жизнь. У них здесь пару таверен туда-сюда и, в принципе, все. Знаете, сейчас сентябрь, уже все, мало людей. Здесь вообще Милотос, немного людей, да? Ну что, вот супермаркет. Что Игорь говорит, нету? Надо было остановиться, взять мороженое. Здесь вот пляж неплохой, я могу здесь остаться. Вот это ноунейм бар, очень неплохой, но очень дорогой. Очень дорогое. Скажем так, для такой дыры. Ну, вот три человека на пляжике сидит. А вот моя таверночка, куда я хочу прийти покушать. Работает, слава богу. Было очень вкусно. Дальше. Едем дальше, чтобы не было никого. Я сама люблю отдых в одиночку. Ну а когда у тебя две собаки, это только требуется. И я нахожу такие места, где моим собакам полное раздолье, и у меня голова не болит. Ни что они у меня куда-то убегут, или на кого-то нападут, или кто-то нападет на них. Что смотрите на меня? Мы приехали на свой пляжик. Леня просто балдеет. Он очень любит тоже море, как и Теодорчик. Сегодня мы взяли свою палаточку. Как бы замечательно все. Матрасик, потом мама пойдет купаться. У нас есть один апельсин, но мы пойдем в нашу таверну потом. Я взяла почитать собакам корм. Да, я вам взяла. Вот. Ты довольный? Леонидас. Ну да, да. Не трогай ты уже этого Теодора, кого он релаксирует у меня здесь. Сейчас пойду купаться. Леня любит купаться, да, Леня? Леня не боится воды. Теодор тоже, но он более такой эксклюзивный. Thank you.
Ой, что ты нашел, Лёндик? Что ты нашел? Ой, куда пошел? Не нужно нам эта синяя какашка. Можешь далеко не уносить ее. Деловой. Главное для собак – это спокойствие, тень, вода, отсутствие раздражающих факторов. Как, впрочем, и для меня. Жизнь, малина. Да? Дольче Габбана. А что вы думали, я вчера ездила? Да. Ну, хорошо. Лова-лова. Лова-лова. У Лёни там своя задача. Палочку нашел, грызет. Своя задача. Собаки ведь они как дети, поэтому когда они счастливы, счастлива и я. Классно откупались, а теперь смотри, что у нас здесь. Все. Опа. Все, молодцы. Все, едем дальше. Смотрели башню, которая не напоминает мельницу, потому что там как бойница даже. Поехали кушать. Да? Жарко собачкам. Вам всем, то бишь по-гречески это означает за здоровье. Самый главный тост в Греции за здоровье. Ничего не нужно нам, только здоровье. Все остальное мы сможем с вами преодолеть. Представьте этот аромат. Олакла. Арестон. Арестон. Ребят, я нашла на Крите свою Грецию. Вот реально мою Грецию. Я всегда хотела почувствовать себя, знаете, вот как в фильмах греческих. Это то, что меня всегда привлекало в Греции. Сейчас я нахожусь в таверне с названием «Панорама», которая находится в деревне Милотос. Обратите внимание, какая красота. Очень все вкусно, свежая рыба,
Мы все невероятно довольны. И вот как многие хотят, знаете, приехать в Грецию, чтобы почувствовать себя греком, вот на 100%, чтобы он был доволен музыкой, видом, ощущением себя в пространстве, едой, спокойствием, музыкой греческой. Вот это здесь, вот реально. Подъехал только что фургончик, да, и выгружали свежую рыбу. Сбежались коты, и такие, знаете, хвосты трубами. Бегут, уже понимают, что рыбу привезли свежую. Мяучат, знаете. Так классно. Потом приехал фургончик, ну, пока я здесь заказывала, сижу. Привез помидоры, огурцы, овощи. Тоже, знаете, такая тишина, спокойствие. Бабушки приходят, покупают. Классно. Собаки мои счастливы, потому что накупались, и очень довольны. Очень маленькое место, очень маленькое, очень уютное место здесь. Вот здесь я ощущаю себя полностью, знаете, как вот в Греции, когда говоришь. То есть никогда ты просто можешь сделать фотографии красивые, которые вот как в Греции. А когда ты можешь именно и фотографии сделать, как вот греческая деревня такая, так и ощутить себя вот в этой маленькой Греции. Это у Дорана, он отнял от Лёни косточку. И теперь Лёня... Тео. Еще и осы набрасываются на эту косточку. Познакомилась с мальчиком-барменом, он пригласил на день рождения 25 октября. Вот. А здесь, видите, песочный пляж. Народу просто. Я не люблю это все.